Артем, хороший, хороший Артем. Вот ему вот сарана. Есть что-нибудь полезное сарана? Ботинки нахапало. Сарану? Сарана там много. Ой, ботик, ботики красивые. Бисовая левая рука там есть. Не бисовая. Вот бисовая. Во. Хорошая рука. Кину в рейд. Она так же, как шея, стоит? Да. Не, дефтовля, половина. Тут... Не, Саш. Я согласен. Я смотрю, как там испытаю. Бисовая, Саш. Я, короче, извиняюсь, но мне надо будет уходить через полтора, да, через полтора часа. Типа. По-любому бисовая. А мы рано убьем и на там на 10. Я предлагаю сейчас отложить рейд, как бы Саша. Да мне полтора часа, типа... Саша уходит, надо рейд отложить. Да, нет. Рано и все, или на кого-то еще пойдем? Ну что, пойдем? Мы еще рано не убили петь. Не, я понимаю. Пойдете попробуем? Я просто прикидываю. Кто комнату будет закрывать? А вы уже отравили копыта? Нет. Да. Вот, а рано там когда-то убили. Не, ну копыта мы тоже отравили. Ура. Мы один раз пришли, огребли, и все. Я хочу прийти, два раза огрести. Оп. Да, два раза. Да не, Влад, не. Меткость нах, фу. Саша, я же 10... я согласен. Не хочешь ролить, я только за. Я не буду ролить. Красава. Жаль. Мне там с тебя ног или руки с этого. Как его, блядь? Сануба. Руки Сануба. С тебя. Ну, посмотрим. Сколько тебе ей поставить? Скажи. Блядь, по минимуму отдай, а? Не дыши. Короче. Так, что у нас тут получается? Два медика, а остальная за зону. Может, женек потанчит? Нет. Да. Будет он танчить. Ну ладно. В принципе, да. В принципе, да. Блэкбери был тут? Блэкбери. Он пошел, наверное. Он написал перекур, можно небольшой написал. Ну тогда раз перекур, блядь, так это первый и последний все. Будете покажите, я просто камень закастую потом. Влад, только ты запомни, что я тебе уступил эту руку левую. Да, уступил. То я ее буду ролить сейчас, если... Будешь выёживаться. Хотя мне она нахрен не нужна. Ну что она мне даст? 8 сколько? 6, 7 из ПД. И всё, что она мне даст. 58. 6 хосты. Yes. 5 хосты. 5 хосты и... И 7 СПД. Но зато я получу еще больше перекап по меткости и потеряю крита. 50. Оно того не стоит определенно. Определенно. Но. Если ты будешь на руки дутить, я буду дутить тоже. Не, упали бы здесь руки, я бы тебя даже не ролил, скорее всего. По-моему, первые бабушки. Я не про эти руки, я про руки Сануба. Я и говорю, что упали бы здесь, я бы тебя не трогал даже. Ну вот, ты очи заберешь. Тебя вечера. Только как ты меткость будешь выбирать? Или ты по фросте? Ну, меткость, наверное... Все просто, а сейчас мне все хкап. 3% можно.
Ты еще и запы надыбал. С пушки убил. Хорошие. Не, ну запы бисовые с этой на 9 или на ком они там. Опять-таки. Ну, на данный. Ну да, 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 я не про. Но этот тоже неплохие. Эти тоже неплохие, лучше, чем трап. Так, сделай опять с меткостью. То есть куда ты. Где Саш? Фрост. Где Фрост? Варан. Я ворта не побью. Так, покажи свою ветку просто. У меня даже Фрост не так прокачан. Нет. Не такой, надо перейти немножко, переделать его. Вот, Влад, не заботишься ты о рейде вообще? Так. Созвучие, да? Фу. Вот это да. Ну, я тебе говорю, мы благодаря этому созвучию без ДЦ-тников все убивали. Ну, частично без него, благодаря ему. Это сильно, но... Ну, это ж надо талант сбросить. Ну, в вопросе вот этот талант такое себе, согласись. Ну, когда они... Если бесполезно. Когда это не на ране, то... Нет. А вот, кстати, нашу дискуссию продолжим. Это было не... Нет, просто тогда было интересно. Почему ты просил клетку именно себе на ногу? Там просительнее... Ну, на мой взгляд, просительнее или слева кому-то другому. И ты мне сказал объясни, так и не объяснил. Хотелось бы услышать, почему. Ну смотри, в принципе, нет ни одного класса, кому ПС профильнее, чем Аркану Магу, потому что... Классная Мага... песня у кого-то играет. Да. Удачная. Ну, стой, стой, Мага, ты так и не... Бурст повышает монокост. Ну и в принципе у тебя... Ну да, да. Повышает монокост. То есть ты отдаешь ПС-ку Аркану Магу, ну. А после этого он может нажать стылую кровь и продолжить бить вне бурста. И это очень хороший бурст Аркан Мага. Так просто 5, никто не бьет. 4, ну, 3, не в том 2, смысле, что вообще никто 1. В смысле нас. Потому что не могут, ну, без обид, но кроме тебя никто не может. Вот когда попросили, через секунду отдать поиску. Пока люди приспосабливаются. Типа цель немножко хил, а не ну, смотри. Я про это и говорю, что... А вот сейчас момент, который так я именно рассуждал. Ну, это ты получишь прирост от стылой крови, понятно. Но ты также быстрее высохнешь по мане. Пока будешь под ней. И человек, которому закинут другому поиску, он может свои в этот момент бурсты нажать. Ну, то есть он получит больше профита от повышенной хостой. Так. Ну вот. Так, ничего ж не меняется. Ну, в принципе, наверное, да, но и на то и выходит. И ты бурстишь. Ну ты же так, и смотри. Снижается монокост, и это ему очень полезно. Ну да. Это его дэмэдж. Мама, это его дэмэдж. А ну, него ему так, поебать. Так я с тобой согласен. Смотри, но такой момент, вот не знаю, как у тебя, у меня маны хватает до перифазы, потом я нажимаю на перифазе прилив сил, что опять почти половой маны. Не знаю, как у тебя. Ну даже без поездки. Ну так вот поездка залетает в какого-нибудь персонажа, ну, типа Лока Дестрика, который тоже там прожимает свои бурсты. Мне кажется, это будет профитнее. А ты в этот момент нажмешь свои бурты через тылую кровь. И на следующую закопку у тебя свое откатывает. Ну, а опять же, можно в тупую просто посмотреть по демо. Ну да, вот это надо зацепить. Вот увидеть. Надо закопаться.
Но у Макса был, он помню, был высокий. У Макса был 900 тысяч, у нас по миллиону с тобой. Но мне ни очень... разу PS-ку не дали. А, тебе не давали PS? Ну, то есть ее по факту дали, но ее дали в столу прочь, то есть не дали. Ясно. Ну, понятно. Ну, просто надо попросить. Но вообще, это мы опять обсуждаем какие-то идеальные рейды, это вообще не про нас, и на это должно быть... Ну да. Нет, не штакается. Одинаковые какие-то способности не работают в Чернобыле. Нет. Оно даже не дает бросить, если действует подобное или более сильное заклинание. Дает. Ну, если более сильная, да, стылая кровь, когда включается. Ну, в подобное, типа, бросается, в более сильное не бросается. Ну, да. В Геру нельзя броску забросить. Как и истерию в крыле. Ну, да. А мы кого ждем? Андрюха отошел. Я все знаю, или кому-то что-то не рассказать, что мы стоим, мы могли бы уже, типа... Ну, я бы рассказал бы, но, возможно, Андрей решит по-другому здесь. Ну, я, тем более, ему в личку написал вариант максимально простой, как убивать босса. Вот, реально, с самыми конченными хилами можно убить. Но там есть один момент. Если кто-то слакает один, сразу вайпается весь рейд. Это 100%. Да, во время зимы на место стараюсь все бегать в одном. В одной метке вокруг босса и закидывать. А в чем смысл? В чем смысл? Цикнуха сразу будет проходить по всем рядом, и орехи будут отхиливать всех в одной метке. А Айршан тоже будет бегать со всеми? Айршан будет стоять отдельно под бобом всех хилит. Что, уже все нафиг кашлялись? Фиг знает, по-моему, не надо менять то, что работает. Ну так, ладно, хорошо. Сработало-то. А, забей. Сацуна знает, Женёк тут? Блэкбери что-то рассказывали, знает он был или нет? Механику знаю, вы как раз расставляете просто метки, как стоите. Расскажи и все. Смотри, короче, становимся мы все полукругом, типа, вокруг вот этих двух меточек. Типа, это зона, куда выносим мы, типа, либо инфернальную стрелу, либо замораживающую стрелу мы туда выносим. То бишь, у нас эта зона чуть большая, становимся большим полукругом вот этих меток. И туда расходимся. Касаемо, как ты хилишь, не знаю, как ты хилишь должен вообще, типа. Читуешь всех, первое, то бишь, щит не перебиваешь, свой же, типа, соответственно, то бишь. Если его сбил босс, тогда читуешь поверху. Если его босс не сбил, ты читуешь только по окончанию таймера, то бишь, там, 2-3 секунды ты обновляющий. Только в том случае. Исповедь не докастовываешь до конца, то бишь, блядь. Если человек на фул просил, ты исповедь перебиваешь, кастуешь дальше флешками. Дальше, получается, если будут озвучены, возьми визуально, запомни все ники, короче, тебе будут озвучивать там Сихи, Сацуны, Войт, Бойчик, определенно, там, Блэкбери, там, условно, Скибиди, Чернобыль, Фолох. Это все тебе будет озвучено. То бишь, будет фаза менталей, ты должен считывать. То же самое, на фазе менталей щиты ни свои не перебиваешь. Если тебя все засчитованы, ждешь, пока сбудет щит, ты тогда считуешь. Если щита нет, поверху у тебя 4-4? Да. Если у тебя 4-4, это хорошо. Смотри, типа, получается, есть такой момент, типа, будет такая, типа, ситуация, щит сбитый, но летит ты в этого же человека, в него бросаешь исповедь, чтобы повесился щит на него. И молитву тоже, восстановление можно. Ой, не исповедь, а молитву бросаешь, ты верно говоришь, молитву бросаешь на него. Все, вот эти такие моменты попросил именно вот этих фаз, типа.
Дальше, смотри, будет зима. Зима, ты считаешь, соответственно, всех полностью считаешь, там, не знаю, и, типа, ты должен прыгать, либо бегать, как тебе удобно, типа, ну, справа-налево, либо прыгаешь справа-налево, как тебе удобно это делать. Считаешь тех, кого можешь щитануть, кто под дебафом, и, соответственно, просто хотаешь. Также всех, на всех вешаешь обновление, молитву сбрасываешь по КД. И слетел, типа, дебаф щита, обновляешь щит. Видишь кого-то прям люто просаженным, можешь дать зубы у него. Также можешь дать зубы всегда, типа, не жалей их. Ну, зима вот так переживается. Плюс я буду хоббить на сове, плюс у нас будет даваться боб в скрипе, где он будет хилить. Все остальные фазы, ничего сложного нету, просто надо. И сказали, типа, выбежи тебе, то бишь озвучили. Блэкбэр, бежишь, меточку и стал, тебя заморозил. Либо, соответственно, если кто-то замороженный, он может затупить, там, не знаю, если не добежал звездочкой, туда меточкой. У нас на игроках есть метки. Будет озвучено, кого надо разморозить. В слонном фоллах крест надо разморозить. Типа, то бишь, ты, чтобы сориентировался, типа, бежишь сразу в крест. Типа, если я зацепил, там, условно. Или кто-то другой. А все 90% случаев, 99% вообще, должны процентов случаев, будет все метки должны стоять у нас в метках. У нас 2 миллика, то бишь, соответственно, вы стоите треугольником. Женек, танчишь спиной к меткам. Можешь даже танчить во форесте. Или у тебя гибридный есть? А, у тебя гибрид, ну окей. Т4 будет работать, типа просто Т4 оставь. Не, ну танчи в гибриде. Пускай похуй, сперва танчи в гибриде, посмотрим. Простите его. Касаемо костов. Касаемо костов, ты пережарно сбивает первый, перетев сбивает второй. 4 на танка, что-то. СС, да, и по Блэкбэй. Крок выпей, Женя. Сейчас крок пить. Сейчас выпью, ты 4 чпалок. И посмотрите, Эмилик и вас реально трое человек. Вы, блядь, станьте, вот один с одной стороны, на Макс МЖ, второй на второй, и плюс Женек, типа, условно. Треугольником станьте, и вас шары доставать не будут. Вам особо бегать ничего не надо будет. Только если разморозить человека. Ну и вынести, соответственно, за мораль шестого. Касаемо бурстов, у кого есть, например, минуты бурсты, можете с пула сдавать. Все долгие бурсты, которые 3 минуты оставляете на этих, на... Как они, блядь, инферналы, блядь, во. Или менталей, короче. А то мы все пьем сапроты, мажем масло. Да ты, если хорошо шаришь, ну, пей СПД, блядь. Ну, если ты еще не знаешь, что не умрешь, пей СПД. Если очень сильно переживаешь, тогда пей сапрот. Да лучше сапрот. И зыбку на зиму тебе скажут, Женек. Когда? Чё, как там что-то? Просто по центру встают на ФОРНГ от босса и танчишь. И по центру держишь. Определённо. Женя, выйди, я запулю босса, или ты запулишь? Петь, Саша. Я готов. Пока? А? Ну, может, забыли. Так я... Не, всё, в принципе уже. Я и так выпал с пропом. Вот занимайте места, вот я стал тут, короче. Вокруг, близко не стойте, близко не стойте. Женек, ты стоишь, блядь, ты вот тут танчишь, вот, ты тут стоишь, танчишь, вот. Все. Вот, с той стороны не стойте, ну, блядь, заебали. Да у нас блинк есть. Блин. Ну смотри, нахуй, я... Поехали. Ой, блядь, ничего не побежало. Фиксы? Нормально. Ну вы не должны быть вами основной человек. Фиксы.
Бабри, снизу закинь. Зима, приготовились сразу же, фоткаемся полностью, приготовились следить. Женек, готовься нажимать. К Женьку не подбегайте, к Женьку петь не беги. Массею, косты сдавать. Определенно не, бегите. Прожал выбу. Суны. Просил дальше, сервант просил прилететь. Бьем босса. Первое начало зима на фоткаем. Полох. Надо метку разморозить, я определенно. Хорошо. Женька надо разморозить для зона. Инферналы. Ничего страшного, похуй на Женька. Ребята, помогайте сбивать косты. У меня промахи бывают. Бурстим все, что есть сейчас. Сейчас максимально бурстим инферналы, надо максимально быстро убивать. Охуенно умер. Его убили, Жень. Дал бэр. Давай. Забав пойди сразу. Он фулл умер, да, получается? Еще не Воид. Воид. Воид третий. Бойчик следите сейчас. Да, сейчас летит. Второй. Бойчик. Пики. Чернобыль. Он сейчас озвучить не могу. Бойчик. Бойчик. Женек. Женек. Саня, готовь щит. Бойчика закидывай. Чернобыль. Войд. Фолок. Пять Чернобыль. Чернобыль надо, наверное, подсейвить. Без этого. Вещи тут чуть-чуть попробуй сразу разбежаются. Собственно, нужно про. Медленно разморозить сейчас. Определенно. На что-нибудь по сатуне закастуйте. Он умрет. Нормально. Ребят, ты можешь каст сбивать или нет? Зима, блядь. У меня нет ничего. Ну, это все, блядь. А ну, давайте все стоит здесь. Вообще все стоит, давайте. Женек, никому сейчас не подбегай. Да не. Две земли подряд, все падает. Блэк, блядь, выйди сюда, чтобы ты СС настал за СС. Да, на две зимы, блядь, в одного паладина, это пиздец. Да я говорю. Что ты говорил? Не, подожди, сейчас. Дай Костю попробуем. На две зимы. Сейвы распределить. Блядь, я тело покину. Ну первую зиму типа она селится, вторая зима там глыбы, баблы, вся хуйня, короче. Да без КСа мы не убьем, типа вообще типа соло совсем. Да как, чё ты косты набиваешь? Женёк. Он не понимает, какие косты сбивать. Вот ледяные, блядь, что ледяные, делать? Ледяные, в конце коста. Ну, первый раз здесь с вами ходит? Первый раз. Я ж озвучил, я изначально, блядь, озвучил, ребята. Первый сбивает, Женёк. Нам надо сказать, 10. Я сказал, нахуй. Первый сбивает Женёк, второй сбивает Сильки, нахуй. Ледяной каст. Это было озвучено, когда я все рассказывал после Блэкбери, я озвучил это. Что, блядь, непонятного? Ледяной каст. Внутри каст в начале каста будет сбивать. Ему сейчас сказали уже в конце сбивать каст, ему сейчас сказали. Все там поумирали? Да.
Охуенно вы, блядь, делаете, вот честно. Вот сейчас именно, вот это нахуя вы сейчас за пулю босса, не понимаю. Чернобыль я пытался резать, он очень далеко лежит. Ну ладно. Походите, все там будете. Пошли, пошли сюда, 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 сюда. Стой сейчас левитацию. Сюда, сюда, хоп. Давай на первую зиму этот. Блять, я не знаю, что прыгнул. Ну, короче, дальше прыгни, короче. Ну ты понял. Че за фигня какая-то? Да я тут прыгаю каждый день, нахуй, давай. Только чуть дальше прыгни все, нахуй. Ну ты хилишься, наверное. Не-не, я в лову прыгал просто. Я мобу прыгнул, я в мобу прыгнул, понимаешь? Я тупанул все. Не, ну если так, то реально быстрее, ну. Шанс обосраться выше. Не, ну раз в воду и палка стреляет, нахуй. Короче, выведи всего босса. Все, это весь босс был полностью. Больше ничего не будет. Смотри, босс, смотри. Когда идет казнь. Ладно, давай. Это все ровно было. Ты, окей, Женя, ты видишь косты, которые идут, именно которые закрыты в квадрате, ты это отслеживаешь, видишь, нормально, адекватно, Женек? Нет, ты видишь косты одно, именно закрытые косты еще, ты видишь? Каст, который сбить нельзя, он подсвечен в рамке. Вот, все, окей, смотри, обычные косты, именно ледяной каст, ледяной каст не надо, ледяные сбиваешь, в конце ты сбиваешь первый, Петя сбиваешь второй, запомнил, который в рамке, туда не тратишь сбивание каста, запомнил. На зиме, смотри, тоже важно, ледяной не в рамке, да, ты сбиваешь, ледяной не в рамке, и вы чередуетесь, Петя, ты первый, он второй. Окей. На зиме также вы остаетесь у босса, именно у босса остаетесь, прыгаете, там, короче, бегаете, хуй знает, что делаете. Сбиваешь так же, ты первый ледяной, Петя сбивает второй. Все. Тебе на этом боссе по факту, блядь, делать нехуй. Просто бьешь, сбиваешь косты и отдаешь массейв. Ну и истерию забрасываешь, когда Петя бросит. Тань, чё? Тут он на вторую зиму, закидывай в этого, в Женю, щиток закидывай, и вот Женя рук в него готов. Если что. Да, если он будет хилить, он умрет. Там ничего не поможет. Там и нужно щиток, типа. Да, по-любому надо. Не, я могу закинуть, но это бесполезно будет. Мне проще руки оставить на человека, который там заморозки будет непрохиленный. Я согласен, это все хуйня, короче, смотрите, первую фазу у нас условно хилится под богом, вторая фаза, что мы можем только делать на второй фазе? Мы, не знаю, Сацуна, смотрите, есть спека с с этим, а мы тогда вместе араур потерял, на самом рэпере какая-то хуйня где-то так. Короче, смотри, один плодин сам по факту хуйня, давай сделаем так. Первую зиму мы переживаем именно просто, короче, под щитами и просилом. Отдаете свои сейвы в плане, типа, отдаете щит маны по себе, потом отдаете ледяной щит вот этот, потом Чернобыль у нас есть связка душ, а он 5 афлик, да? А нет, если у него есть связка душ, это хорошо только. Блэкбери может по себе, если что, сдать зубы. Сацуны 50 на 50 нажмет. Петя, сколько? Петя, сколько у тебя КД вот этот ШВ? 5 минут. Ой, ебать. Не, я под первую зиму отдаю регенерацию ХП. Безудержное восстановление помогает. Короче, надо нам первую зиму прожить без, короче, Т4 Женька, типа, 100%.
но под бобом. А на вторую зиму мы отдадим полностью бабл, глыбы, все, что есть, короче. А, понял. И живем, блядь, как можем. И там должен ДЦ уже справиться. Просто хотами, типа, должны сидеть, типа. Женек условно бросает, тоже бегает. Если ты не сидишь, не сидишь на второй зиме. Прыгаешь, скачешь, живешь, типа. Не знаю, что ты там можешь дать. Только, блядь, быстрину и все. Ты 4 даешь на вторую зиму. Если не убьем, потом. Если не убьем пару траев, попробуем, по-моему, хорошо. Лапку баф. Не, ну если тебе есть адекватные мысли, скажи, что ты хочешь. Что нет, по-твоему, по-моему. У нас опять состав хуёвый, типа, в плане. Ну я говорю, а вы отказываетесь изначально. Ну так давай сейчас сделаем. Что я говорю, ты вот делаешь? Все, хорошо. Вы сказали, вот я предложил Сане не бопа дать, а возложение рук. И хотел сделать кое-что. Ну, вы отказались. Давай сейчас сделаем тогда так, как вы хотите. Убьем, так убьем. Не убьем, попробуем, убьем. У меня вот эта позиция, вот честно, Саша, очень сильно раздражает. Вы хотите, ну, так... мы хотим. Мы, ты смотри, ты предлагаешь, чтобы Женя сидел на второй зиме. Он на трех стаках просто умрет. Я не предлагаю. Что бы ты в него не давал бы? Хорошо. Добрый. Ты это хотел предложить? Давайте, рано. Нет. Ну я тебя спрашиваю, ты хотел предложить вот это, чтобы он сидел на второй зиме, правильно? И сейвить его. Я хотел предложить, чтобы мы все в одну точку сбежались. Он накинул на себя, ну не на себя даже, допустим, даже на себя реки. Мы просели немного похвал, он одну хилку закинул, потом опять побежал. И все. Он бы словил один за это время. Я же тебя спрашиваю, понимаешь, ты же не озвучиваешь. Ты просто что-то говоришь, непонятно. Ну так не получается озвучивать. Вы сразу это отклоняете. Ладно. Я у тебя спросил. Давай трай. Да, вот Влад говорит трай. Мы сейчас опять с боссом измором возьмем, нравимся, давайте. Двух недель. Нам на второй полудин. Он сейчас заебался уже. Сейчас я буду. Ну, Блэкбери, слышишь, если ты здесь, когда во время каста бесконечной зимы старайся на тех, кто скидывает обновления. Еще. Тут он дотем от магии. Красно. Я сейчас вас их отпишу, блядь. Кип. Определенно. Некоторым на разморозить сейчас будет. Чернобыль прыгнет. Две метки на разморозить. Будет разморозить. Быстро меткой. Хорош. Проходите сейчас, там троих либо нет. Тихо, выбежал. Да, зима. Тихо, зубы знаете, короче. Войт, не бегай с людьми рядом. Собью каст. Этот. Сацуна я тоже не... Оу. Все падает. Да там по 18 косарей тикало. На каскальке стак. Давайте я... Ребят, у меня предложение будет тут прям честно. Давайте Сашной тактики. Ну при чем тут Сашной тактики? Тебе боб дали сейчас? Ты сидел под бобом? Нет. Почему? Я не знаю, не заметил, дали не дали боб. У меня боб КД, я не знаю, если я только не в тебя его дал. Есть, типа, куда посмотреть, кто посмотреть может. Вроде я в Женю давал. Да, давали боб. Там, я так понял... Ой, у тебя точка сколько КДшится? Минута 30, правильно?
Будь добр, жми на каждую зиму. То бишь 3 секунды считал, раз, два, три, зима, каст идет, каст дошел, раз, два, три просчитал, нажал точку. Я тебе говорю, блядь. Благодарю, отбеги сейчас, босс. Чернобыль, это как прорубь, я тебе прям один в один, блядь, постоянно. Просто Чернобыль резнуть и засумонить, если что. Он лежит. Можно задать вопрос, почему ты лежишь? Справедливый вопрос, вот, справедливый. Я хуй выйду, да? Прыгни в кошку, уйди в стелс. Нет, спалит стелс. Да не спалит, давай, у нас на спринтах убежит. Согрей его, согрей его. Блядь. Я же говорю, ну, у меня не пролагал как уже. Ты проходи его сразу. Изначально. Какая-то пушистая кошка. Блин, как же я там сильно по текстурам пробежал его за столом, а я туда не пролагал. Че такой большой, блядь? Верный, это получится. Надо это, пить гоголь-моголь, пить, блядь, чтобы... Да, кстати, возьмите все камни на зиму, тоже. Рыбу поставил. Вот это, у нас заключается вот эта вся основная проблема. У нас постоянно типа состав чуть-чуть неправильный и вот все. И мы должны что-то на сложных боссах постоянно что-то придумывать, да. Ну что есть, то есть, типа. Жить всегда можно. Понял, дай того, что есть. Готовность. Ну, второго паладина надо взять. Либо одного мага поменять, короче, либо еще из кого-то. Да, два мага очень не там не делали здесь, на самом деле. Очень. Нафиг. Этот, как тебя зовут там? Ой, подойди чуть вправо, там ДЦС двинется тоже. Сацуна. Уфолок еще. Надо разморозить двоих сейчас будет. Как, блять, получилось? Войд. Хорош. Просили сейчас 3 дебафа будет. И сигналы приготовились. Даем все, что есть, даем нахуй. Не успеет, не успел, кстати, бурстая с пула нажал. Мощь тайны не успел откатить. Не отхайся на сторону интереса, просто не помог, если минута мне. Женек вылетел. Войдем босса. Короче, есть СС на ком? Хотя нахуй не тратит. Я придумал. Это что, диван? Прохипс. Диван, да. Сними этот дебаф с проклятий с КС на язычу. Или можно.
Мне кажется, он с концами свалит. Нет? Есть большая вероятность. У него с интернетом движение написано. Я думаю, что большая вероятность. По времени вообще пизда. Да не, он тут. Ну да. У меня интернет упал. Ничего страшного. Ладно, кто-то не свалил. Короче, давайте еще 20 минут и все, если не убиваем, значит, не все. Даже не 6 вечера. А? Даже не 6 вечера. Ну что, ну, блядь, вот человеку надо идти, я что с ним сделаю, если ничего не сделаю. А, ну я не услышал, да, что... Ну, вот он завтра на работу вставать, блядь. Очень надо. За Сацуну услышал, полтора часа. Не, я только говорил. Получается, через полтора часа, еще час. Предлагают, предлагают отомстить всем боссам в обычке. Под харема. Под шумок. А ты все себе когда не повесил, да, Сань? Куда? На кару? Да. Нет, я же работал, мне некогда было. Я вот сегодня все, завтра выходные два дня, вот сейчас буду играть. Сегодня всю ночь, может, сегодня в кару схожу ночью. Ну да давай, так. Короче, если вот все так. Окей. А ну, мы сегодня вечером опять, да. Завтра а тогда вечером. Если ни с кем не пойдешь, то может завтра вечером. Я вот думаю, там собирают на ласта чисто сходить, кару ласта закрыть. Не надо, не надо. Я тебе помогу, Сань. Может, сейчас закончим кару, может, помогу даже. Да, фишка в том, что чтобы игру магии ходить, я так хоп, и монетки повотаю, и ну, все дела там. Пойдем с анролом на себя. Прикол может, в том, что еще я с ШП 225, а дамажить-то я вообще не могу, 3500 всего. Я вообще угораю с этого. ШП плохо дамажит, не собранное. Я вообще не пойму, как за ШП играть. Три доты поддерживают. У меня комбат еще висит? Нет. Нет. А, там Женек или кто сагрил этого моба? Дайте сумму, пожалуйста. А что это у меня пылающее воздаяние вешается? Это Эридар в жертву принесет. Это, блядь, посоветуйте фильм какой-нибудь посмотреть, блядь, нормальный. Нормальный фильм. Не знаю, то, что для тебя нормальный, нахуй. Ну, я последний фильм посмотрел. Три дня на убийство, мне понравился. А какой жанр, мать? Ну, какое-нибудь приключение, там, детектив, блядь, боевик, какой-нибудь охуенный. Ну, вот я посмотрел три дня на убийство, понравился только. Ну, это новый, да? А он, по-моему, 20-го или 19-го года. Ну, короче, такой прям легкий, очень легкий, простой такой. Я с этого сериала охуел «Последнее королевство». Начинается первая серия, блядь, челик бежит такой, нахуй, в воздух руками машет, такой, ебать, такой. И приговаривает, такой, блядь, ебать, такой. Ебать, кора. Посмотри фильм «Круиз по джунглям». А, приключенский, хороший фильм. Ну, смотрел, как? Смотрел, со скалой там, блядь. Ну, полтора шпиона смел. Женя, принимай сумму, пожалуйста. Я тебя что-то бахнуло. Ну, начали логиться, или кто-то другой запомнит его, я не знаю. Комедия полтора шпиона. Не смел. Даже в это не отображается. Вот иди. Понятно, вот, посмотри. Надо делать релог. Ну, релогнись тогда, если не смотрится. Зип, значит, ждите ответа. Да, на мой. Ушу, ган. Свои. Да.
А вот у нас кто ДЦшник там сейчас лютый из наших? Никого нет. Нету, да, вообще ДЦшников. Нет, лютых нет никого. Новый ДЦшник появил. Лютых нет никого, Саша. Я понял. А как же мой? Лица лютные есть, а лютых нету. А метасокет в ДЦ вставлять инта и регенманы? Да. Или СПД регенманы? Нет, регенманы. Регенманы ставишь. Нет, ну я понял, есть СПД регенманы, если не ошибаюсь. А есть интеллект регенманы. Нет, тут он другого камня. Ну если я правильно понимаю. Там только один камень интеллект и его... Нет, только есть интеллект. Интеллект и восполнил. У меня нет, метод понял. Стоит. Я сегодня утром все бабки врупил, короче, полностью все камни воткнул себе на СПД. Каску, похоже, не дайте. Там на X5, Саш. На X. Да, если ты цел, там вот. Типа, говори. Да, на X2 надо. Да нет, тут. Там на X2 ты Т5. Знаешь, как здорово, когда там ДКшник кидает этот... А мы до 5 будем тут сидеть? Кружок кидает, блядь, еще и еще... Да, еще делаем, вот 2-3 трая, если не 2, мне хочется сидеть. Как 2-3 трая? Саш, стоишь за километр. Стою. Поделено. Я? Да. Красноязычие. Красноязычие. Бочек, бочек, бочек. Сосуны на фул поднимите. Второй у него сейчас прилетит. Психи на фул поднимите. Психи выбежал из метки. Размороченный. Инферналы приготовились. Мы начинаем с того инфернала. Первый. Не знаю, мне кажется, это ничего не получается. Да, именно из-за этого. Командир с 15-го? Да. Хите. Да вообще типа можно озвучивать, если его второго мы добиваем, должно быть вообще идеально. Мы на второго добиваем, ты уже третий можешь спокойно озвучивать. Ладно, я просто скажу, если будет 2 в 1. У меня летит. Все, озвучить определенно. Лойд. Уфола. Хики. Определенно. Женек. Сацуна. Блэкбэй. Женек, все, ушли. Меня, прохите меня, глыбу накал. Да нахуй ты жмешь глыбу, щиток жми. Потому что у меня была половина хп и уже каст почти доходил. Вот поэтому я нажал глыбу. У тебя 2 щита есть. Мана щит и щит огня, блядь. В смысле нету 2 щита. Плюс магические доски. И меня бы это засейвило. У меня был стак, который дамажил. И еще половина хп. Не спорим сейчас, не спорим. Бьем босса. Не двигаемся. У Фолга надо будет там разморозить. Крест. Дай бури. Чё каст не сбили, блядь? Разморозь, ты где? Жень. Ясно, всё. Поздно. Спросил себя, Жень. Крест надо разморозить и трусы. Мне надо будет переразморозить в первую очередь.
Я уже все, у меня сейчас 5 секунд спойдет, ну черно теперь. Спросил. Каст. Закрытие Сасуна выбежал. Зима. Сасуна бабла же. Бля, рано надо уже. Ну типа это блок. Просил. Пабы. Там было только одно, когда где-то Андрей, у него было 40% хп, на нем не было щита. Я не знаю, был ли дебаф от ВЦ. Да. Щиток не факт, чтобы спас. И вот такой момент. Вот почему тяжело бегать, когда все бегают в разные стороны. Вот сейчас Петя бежал, он сбил с интерналкой еще одного человека. Конвоик. Конвоик он пошел во время зимы. Ну, во-первых, Петя вообще не должен бегать, он должен остаться у босса, это первое. Он должен типа сразу бегать, либо прыгать. Я не знаю, что это... Хуже будет момент. Что ну, будет? Ладно. Говорю, ну, еще хуже будет, кто-то прыгать будет. Будет кто-то прыгать, во время прыжка начнется инфернал, как оставаться, просто прыгнет кого-нибудь. Меня опять сейчас убьет, ну блять, вы заебали так пулить. Бля, меня в два раза выкинуло. Походу. Вернуться к трупу нажми. Кто на кладбище. Ну не знаю. Да, это лайфхак. Да, у меня сломан сейчас, пока бы просили испытает. Хотя урон не получил. Каштан, а нет. Ты есть Джипсы? Да. Вот, аккуратно. Чернобыль с ней. Здесь мобы. Короче, пока все бежат, пока все тут сидят. Напоминаю, блядь. Делайте, блядь, что хотите на зиме, блядь. Мне вообще уже поебать, вот у меня уже жопа два горит. Каждого свои там какие-то предположения. Можете бегать. Если вы бежите, вы не должны пересекаться с другим игроком, блядь. Если вас касается финальный стел, вы тогда это должны отслеживать, если вы не хотите бегать. Это касается каждого. У босса остается, напоминаю, Женя и Хики. Женя сбивает первый кадр, блядь, а второй сбивает Хики. Вы у босса стоите, блядь, словно вправо-лево бегаете, делаете шахмат, либо прыгаете, как вам удобно, вообще мне поебать тоже. Я не знаю, я тут не вижу ничего сложного, блядь. Вы просто вот на ровном месте придумаете сложности. У нас на земле сейчас получается сидит практически 3 человека, блядь. Это сова, блядь, схотает. Женя под бобом, блядь, плюс Децена. Плюс ЭМА сдается нахуй. Я не знаю, как вы, блядь, мрете вообще. Ченку, я уже забыл, кто там умер. Я в общем просто. Я не говорю, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Я типа в общем ситуации, блядь. Давайте там уже, я так понимаю, времени осталось у вас именно раз на трай. Давай два трая сделаем.
Дим, сделаем так, по-моему, хорошо. Только. Красный зверь воден разморозит, короче, ну это пиздец. Квадрат он разморозит. Чернобыль разморозит, квадрат, квадрат, квадрат. Хорош. Кас сейчас бейте. Пацан не убил. Зима, блядь. Добавлю, добавлю. Все, хотайтесь полностью. Бабл. Вывели. Да, и сразу. Как собью. Женек, подвигайся, подвигайся, Женек. Ты не стой на месте, подвигайся. Все нормально. Блэкбери выбежал, Блэкбери выбежал. Трусы надо будет. Не успеет, не успеет, не успеет, не успеет. Ой, нихуя себе, ну это пиздец. Я в лишний тебе 100 ЕП запишу, Блэкбери еще залетает. Все нормально. Петю поднимите. И бойчик еще летит. Стибиди 2. Стибиди на фул. Еще раз стибиди. Хорошо, жмел. Уфола. Пики 2. А, один. Все, один сложно. Бойчик. Определенно. Уфол. Разбежали сразу же. Чернобыль летит. Каст. Убил. У меня когда есть что сбить. Ват под страхой. Кас, убейте. У меня сейчас кулдаунится. Могу следующий кас сбить. Ты не движемся, просто не. Каст. Бочка надо будет на разморозить, блять. Печенька, Петя, печенька. Это тут. Войт, печенька. Блять, мне говорит, далеко стоит эта пизда, ну. Чернобыль, Чернобыль. Блэкбери выбежал. Трусы надо разморозить. Цуцуни. Цуцуни быстрее разморозить обязательно. Что? Функционалы.
Отдали бусты. На третьего инфернала можешь стереть закинуть. Ну, на третьего, да, поверь. Женек, зеленку дай посидеть, чтобы тебя не пробились и остатились, а ты что тут ошибаешь, не шокнул. Сейчас можно закинуть. Болт 40 секунд. Стационно прохилите. На пул поднимайте быстрее. Холок. Сыбили. Чернобыль. Женек. Уполок. Сыбили. Сацуна. Уфола. Разбедитесь. Спросил Уфола. Я собью. Да, серьезно, молодцы. Нет, кто? Собит. Определенно выбежал, определенно. Разморозь Чернобыль в время. Ну вот он заморозил. Это вот тоже заморозил. А, бойчик разморозь их. Просите сейчас обязательно, сейчас будет 3 дебафа. Дайте ману, дайте ману кто-нибудь. 7 секунд, даю. Даю. Манку. Бойчик. Беги, малышка! Зима, пизда. Дайте Геру на зиму. Жень, дай Геру. У него мастера уронит. Дай, короче, это глыбы, все, что есть, давайте полностью и. Вот где тучка нахуй. КД была, блядь. Просил, Женек, просил. Побегай, побегай, Женек, побегай, побегай. Иннер, Иннер, Женя, Женя, Иннер, все, отдал. Отойди от меня, пожалуйста. Конечно, извини, блядь. Закастуй тоже. Все. Женька, надо мили зону разморозить, хорошо. Спросила сейчас. Именно сейчас спросил, дайте. Начинал. Что-то быстро закастовал. Приготовились. Отдали все бурсты. Давай, может, Геру дадим, а то они без маны. Можно зиму отдавать. Геру. Блэкбери, короче, закастуй на маму сейчас, пока мне. Вот это... мне надо просто так кидать и стилить, ты меня угробил весь бурс, блядь. Тихо. Уже дал тогда, уже потом. Да уже пиздец, все, блядь. Бейте, быстрее. Банк и на ману пейте, не знаю, блядь. Если у вас нету, блядь, вот. Вы поняли, кто. Иннер 2 минуты, я не знаю. Тотема это отрединился. Скибиди, скибиди. Бойт. Бойчик. Скибиди. Скибиди. Блэкбери. Сацуна. Еще раз Сацуна. Сацуна еще раз. Блэкбери, отбежали, сразу же набрали. Убил. Ну, сейчас надо добивать его нахуй. Хороший. Именно 40 секунд, не двигайтесь. Не забываем. Пусты, все, давай, все, давай уже. Каст, видите, каст.
Женек разморозит сейчас. Надо будет разморозить. Войд разморозит. Опа! А, не, херовые ботиночки. Почему они мне на децент не падают? Это пиздец какой-то. Красавчики, завалили его, наказали. А все на ДЦ выпало сегодня, все. Это все на ДЦ, вступите ему, грабили, пожалуйста. Ну вот, вот это ДЦ хороший. Ну типа, по факту. Сейчас смотрите. Я вам кое-что покажу. Покажу себя, какой я был полезный, блядь. Смотрите. Вот, смотрите. Так, короче, ладно. Нормальный человек, 4 шмотки золотого. Здравствуйте, ГЦ. Все. Так, последний копыта попробуем, то... Да. Нифига тебе, надо время, скажи. Или бежать уже надо. Я не знаю, ну типа, Женек, идешь копыта пробовать? Есть время? У меня 25 минут максимум. Типа, ну так нормально. Можем. Если у Женька есть, ему можно попробовать. Да, мне все равно твое время, ты скажи свое мнение, ты идешь бить, да, нет, то что ты там 2 на 12 ночи, это все зависит только от тебя. Мне кушать нужно, я ж сижу, типа. Короче, у тебя 25 минут есть или нет, да, нет? Твое личное мнение, типа, ты идешь, один бить, вопрос. Да, нет, все, типа, я за тебя решаю, же не буду, нахуй. Если ты хочешь сказать, за тебя решил, и тебе было проще, так. Блять, пизда, меня прямо убьют. Ребят, дайте ботинки для себя. Нет, не идешь, правильно? Кого ботинки? Кто их забрал? Войд забрал. Войд, отдай ботинки. Короче, теперь пока еще все не ушли, во вторник. Все могут плюсанить во вторник? Нет, все, у меня на этой неделе, ребят, с вами в следующий день не будет вообще никак. Я в неврой не попаду. Я вам говорю честно, я просто хочу отдохнуть от Вова. В субботу, Жень, хоть придёт? Да. Ну завтра еще, завтра у меня 70%, что получится. Ва, и все уже. Вероятность крайне мала. Да, то есть у меня там подруга прилетает. Все. Я говорю, правда, мне сейчас Вова отдал. Ботинки отдали или нет? Нет. Войд. Я ботинки даже не ролил, ну типа. Войд их забрал. Дай ботинки для церкви. А дай тапки человеку, не гони, блядь, ты чё? Жезл хороший, блядь, мой, того и это. Да я за этими ботинками, пиздец, сколько хожу за своего ДС, это ёбнет, блядь. Чё, блядь, в ВК не падают, чё тут не падают, нахуй? Ты чё, он на копыты или чё? Да уже трэш просто спорили, всё, типа, сейчас портал. Ну, Дима, отдали тебе ботинки? Просто петь автоматизм. Да, отдали. Ну, жезл отдали. Все, давай, портал.